А вот и доброе утро. Выходим. Ба-ба-бам, ба-ба-бам. Здорово. Здравствуйте. Ба-ба-бам. Сто лет не виделись. Здорово. Доброе здоровье. Как твое молодое поколение подрастает? Очень подрастает. Ну. Быстро, со скоростью времени. Красота-то какая. Беларусь. Ой, какая красивая машина нас встретила. Первый раз, что ли? Не помню такую. Была, да? Нет. Ну как была? А я не помню, чтобы был Мерседес. У нас не было такого. У нас были большие автобусы. Не было. У нас четырехколесная телега и лошадь. Бывало две. Шутки, конечно. Ой, красиво. Беларусь встретила нас снежком. Помнилась вчерашняя история, как мы очень-очень быстро летели практически в прямом смысле этого слова на поезд, но мы успели. Мы забегали прям в тронутый поезд. Нервы, переживания, позвонили, само собой, Ларисе, нашему концертному директору. Вовке, пожалуйста, что-нибудь сделайте проводнику, командиру поезда, пусть держит этот поезд. Они ходили, им ответили, не могут, нельзя держать ни минуты. Но мы успели, все здорово. Ура! Все не зря. В номерах мы. Беларусь белеет. Поэтому она и называется Беларусь. Потому что здесь пошел снег. Кларочка. Спасибо, Сань. Спасибо. Мы приехали на площадку отдохнувши. Поспамши. Но не поемши. А на часах ведь уже 3 часа. Вот она, родная. Родная уже. Красивая такая. Сколько лет уже? Все та же. Гримерочка. И все так же стоим мы тут. Вот она. Все тот же большой, мощный, красивый зал. И кулисы. Здорово. Как красиво. Вы сидите, Ниночка, Санечка. Приятного аппетита! Ну вот, долгожданная наша. Я уже все съел. Обалдеть. Приятно. Здрасте. Все в сборе. Здравствуйте. Нет, здравствуйте. Процесс идет полным ходом. Ой же, совушка, ой, к милой лети, под окно. Вовка, тебя ждут. Меня, да. Как там зрители себя вели? Прекрасно. Много, да, Сеня? Много. Подарков много. Не увезете. Морально мы готовы. Но по-другому никак. Купим еще купе, купим сумок побольше и поедем. Мы давно не с тобой, и за
Ну, друзья, вы видели сами, что там происходит. Здесь, вернее, происходит с нами. С вами, дорогие зрители. Это, ну, какая-то эйфория. Это что-то нереальное. Это одна радость и счастье. Идем переодеваться. Татьяна Александровна Макарова, группа «Садко вместе» приедет любимой головой с концертом, как только так. Вот и договорились. В общем, я даже рассказывать не буду, вы все видите, что сегодня происходит с нами, с вами, с нами, со всеми. Это все, конечно, благодаря вам. Благодаря вам, дорогие наши поклонники. Беларусь, сегодня вся Беларусь присутствует. Настоящий праздник души устроили нам вы. Солнце встает, а только пить, а потом пить. Синяя ветер, только пить.
вроде бы очень длинный, но такой короткий. Потому что только эмоции. Да, спасибо. Прекрасные. Так, где все остальные? Дама. Вы все видели, друзья. Ну, не все, конечно, вы малую часть видели. Тут столько подарков. Пойдемте, я вам покажу. Вот прям возьму сейчас, не прерывая запись. Так, цветы, подарки, цветы, подарки, цветы, подарки. Вот сейчас покажу. Это практически все подарили мне. Там у каждого куча своя. Вот я включил вспышку. И поглядите, только поглядите, друзья. Вот столько подарили мне. Ну, тут два пакетика общие. И вот еще вот. Вот такую красоту подарили на всех. Вот, смотрите. О, тут такой аромат идет. И тортик на всех. Остальное каждому подарили вот по столько подарков. Это первый концерт в этом туре. И чувствуется к концу. Мы вроде бы шутим-шутим, но на самом деле придется заказать нам машинку отдельную или выкупить купе. Хотя бы пару мест. Не пройдешь ты мимо. Не пройду мимо. Передай. Мы счастливы. Всем привет из Минска. Счастливая группа Садко открыла небольшой тур по Беларуси просто потрясающим концертом. Столько любви. Это что-то необыкновенное. Это точно. Вовка, да, давай. Сань. Без комментариев. Одни эмоции, товарищи. А эмоции сегодня великолепные. Великолепнейшие эмоции. А, улыбка была не самой широкой только лишь потому, что во время концерта мы пели и думали, а как же мы все это увезем в Москву, потому что сегодня надарили. И, еще потом стало чуть-чуть улыбка меньше, потому что это первый концерт. Первый концерт в туре. И что будет дальше? Ну, как бы здесь нужно напрячься организаторам и еще один микроавтобус нам устроить для подарков. Потому что Беларусь, наверное, это самый щедрый регион, где мы бываем с концертами, потому что сегодня вы после каждой практически песни цветы, да почему практически, после каждой песни цветы и пакетики. И причем некоторые, заметьте, дарили пакетики на сцену просто для маленькие пакетики брали и говорили, что большие пакеты они просто не донесли, в зал не пустили, они за кулисами нас еще ждут. В общем, сил нам. Только что я вам примерно то же самое говорил. Это, конечно, у нас эмоции совпадают. Я тут не вижу. Свет выключили почему-то. Включите свет. Куда идти? На сцену становитесь, пока светло, сфотографируемся. Идем на сцену. Нет, Алла развала куда-то. Вот как раз та самая, наверное, вот, женщина с мамой, которая из Гомеля, наверное, приехали. Вот они должны вы где-то. Вы из Гомеля? Не. Сказали, что вы видите. Наверное, еще примерно сказать. Позвать их, наверное? Это из Гродно, а там Людка. Оля, 95 лет. Она и здесь? Она нет. А вот она просто, если я приеду не с вами, значит, у нее будут слезы. Я давайте. Просто, я прошу прощения, что я такая настолько наглая. Давайте, нет. Нет, вообще, вы что? Как? Так далеко ехали, здесь столько далеко ехали, на самом деле. Хочется всем угодить. Я не мечтала, Даша, это просто дети мне на день рождения подарили билет на ваш концерт. Надеюсь, подарок вам понравился. Ой, вы знаете, что я от вас в восторге, я всегда вас слушаю и всегда смотрю. И вы мне на мою тоже снимите меня, я не знаю, как, как это делается. Так, подтягиваем. Так, все по очереди. Большой, да? Да. Так, какая-то, смотри-ка, интересная. Вставайте, Машки, давайте, а то да, собираться же. Я уже давно стою. Хочу вот так поклониться вниз и сказать вам спасибо большое. Молодцы, молодцы! Ну, Лихвацкий. Лихвацкий это, да. Это отдельный разговор. А это главный Мордвин, ну, честное слово. Как а знаете почему? Слушайте, сколько вас ждали. Ребята, я хочу вам сказать большое спасибо. Большое. Вот Саша, спасибо. Он сказал, что вы здесь остановились. Тоже Саша. Редко. Да. Все-таки знаете вы. Да. Ребята, а дай Бог вам здоровья. На здоровье. Да, вот на здоровье. От души для души. Вот сегодня у нас юбилей с мужем вдвоем. И говорю, а сын спрашивает, мама, ну что записать, чтобы для таз? Только мне группу Садко, больше ничего. Я же не знала, что вы здесь. Я вас видел у Малаха. Как здорово. Ну, ребята. Приятное стечение настоящее. Да. Ребята, мне 75, там, мужу 80 сегодня. Честное слово, отмечали мы. И мы вас ждали. Слушайте, я думала, не увижу вас. Увидела третьего вашего, ребята. Счастья вам. И мальчишки ваши. Фотографируюсь,
Ребята, давайте. И сыночкам вашим здоровья. А нет, сфотографируюсь обязательно. Давай. Все, поехали мы. Поехали. Спасибо вам. Давай. Давай. Спасибо. Береги горло свое. Береги. Горло? Да. Ну, на всякий случай. Пригодится. Хорошо.